Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 23-го тура серии А «Ювентус-Кротоне». Встречаются 4-я и 20-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 7 очных матчах команды 5 раз играли на обе забьют нет и 4 раза на тотал больше. Последние 2 очных матча закончились 1-1, до этого 5 матчей выиграл Ювентус. Статистика команд. Ювентус в последних 10 матчах имеет 6 побед, 1 ничью, 3 поражения. Кротоне в последних 10 матчах имеет 2 победы, 0 ничьих, 8 поражений. Ювентус без побед в последних 3 матчах. Кротоне последние 10 матчей отыграл на тотал больше и проиграл последние 4 матча. Как видим, в последнее время Ювентус чаще играет низовые нулевые матчи, Кротоне результативные. В минувшем туре Ювентус проиграл Наполи 0-1. Все решил пенальти, забитый Инсинди на 30-й минуте. Кьеллини в борьбе за верховой мяч заехал в лицо сопернику рукой, и судья поставил точку после просмотра ВАР. Во втором тайме у гостей был вагон и маленькая тележка моментов, чтобы забить гол, но выше всяких похвал отыграл Мерет. Кротоне проиграл Сассоло 1-2. Гости добыли достаточно сложную победу. При счете 1-1 Кротоне забил и второй гол, но рефери его отменил после просмотра ВАР. Все решил достаточно сомнительный пенальти, реализованный Берарди в начале второго тайма. Матч первого круга закончился достаточно неожиданно 1-1. Сейчас Ювентус набрал 3 матча без побед. В среду старая сеньора умудрилась проиграть Порту, соорудив уже на второй минуте гол в свои ворота. Но итоговый счет 1-2 дает неплохие шансы Ювентусу в ответном поединке. Кротоне, похоже, уже смирился с вылетом в серию Б и зарядил длиннющую результативную серию, которая уже достигла 10 матчей. У Ювентуса последние 5 матчей в серии А отыграны на обе забьют нет. В норме здесь, конечно же, хозяева должны брать сухую победу где-то в районе 3-0. Как оно будет на самом деле сказать трудно. В матче с Наполи Ювентус не реализовал кучу голевых моментов. Теперь можно ждать, что будет залетать все подряд и даже больше. Поэтому можно смело брать очередные тотал больше и победу хозяев с отрицательной форой. Из связки ставок тотал больше обе забьют нет победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1.59. На тотал больше 2.5 1.48, на победу хозяев 1.18. Как видим, на все варианты даются невысокие коэффициенты. Поэтому, пожалуй, наиболее оптимальным вариантом будет ставочка на победу хозяев с форой минус 1.5 за 1.53. Маловероятно, что Кротоне забьет, но Ювентус запросто может ограничиться вариантом на 2-0. Поэтому победа хозяев с разницей более чем в один мяч вполне реальна. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.